В зале областного краеведческого музея атмосфера торжественная. Сегодня здесь чествуют лучших. Это четыре семьи, участницы национального конкурса «Мерейле Отбасе». Проводился он в течение месяца. За это время определились победители. Всего подали заявки 10 семей. Рассматривались семьи по критерию успешности в той или иной сфере, успехи детей. В целом, самая главная задача конкурса – укрепление семейных ценностей, повышение престижа института семьи, воспитание детей в духе патриотизма. Конкурс «Мерейле Отбасе» проводится уже на протяжении 5 лет и проходит всегда в 3 этапа – городской, областной и республиканский. В первом туре победителями стали 4 ячейки общества – это семьи Самохваловых, Баязитовых, Мезенцевых и Эктовых. Всех их наградили ценными подарками. Большое спасибо, что отметили наш труд, семейный вклад в наше общее дело, что в области наша семья приносит свои плоды. Но мы рады, что мы выиграли городской тур. Отмечу, что на областном туре честь города будут защищать только 2 семьи. Им предстоит соперничать вместе с районами региона. Областной этап пройдет 24 мая. Победители этого тура будут защищать честь Северо-Казахстанской области на республиканском уровне.